Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up. Nigga out here. You niggas ain't ready for war, war, war. Ready for war, war, war. Ready for war, war, war. Ready for war, let my war say. You niggas ain't ready for war. Этого поражения не состоялось, чтобы ваша совесть и ваша душа была чиста, что я сделал все, чтобы победить. Задавайте себе вопрос. Когда у вас в ходе борьбы, у вас есть шанс выйти из сложнейшей ситуации победителем, цепляйтесь, боритесь, не сдавайтесь, ищите уверенность. Потому что мне хотелось кушать. Я просто не представлял, сколько можно это терпеть, издевательство над собой. Если я покушал, там на Новый год, там съел Наполеон или еще что-то такое сладкое, то я, чтобы вы понимали, я 24 часа или 36 часов, я не пил, не ел на следующий день. Но поймите, но я не жалею. У меня была цель. Я шел к своей цели. Я играл по правилам. Я соблюдал все нормы, которые должны были быть. Я старался. У меня в определенный момент, знаете, вот... Жизнь продолжается и после спорта. И после спорта ни в коем случае нельзя забывать, что это борьба. Когда вы пришли в спорт, когда вы начинали свою карьеру, в возрасте 8 лет, 10, 12, 15 лет. У каждого по-разному начиналась спортивная карьера. Посчитайте, сколько лет вам понадобилось, чтобы зайти на вершину пьедестала. 8, 10, 15 лет. Также и в жизни после спорта. Никто... Забудьте о том, что вам кто-то будет расстилать красную ковровую дорожку. Вам в спорте ее никто не расстилал, вы ее сами взяли. Это большая проблема после окончания спорта. Мы опускаем руки, мы остаемся чемпионами и думаем, что нам обязаны эту дорожку стелить после спорта. Там другая конкуренция. One, two, three, four, five, six.